Когда-то очень давно человек нашел камушек. Он был удивительно прозрачным. Солнце, попадая на него, отражалось под разными ракурсами, радужными бликами. Камень был невероятно красив и необыкновенно тверд. Все в нем было необычно, и это всегда вызывало соперничество между людьми, поскольку каждый хотел обладать чем-то уникальным. И в древние времена все подобные вещи оказывались в руках именно у того человека, у которого была власть и алмаз в том числе. Кроме того, этот камень был просто совершенен. Женщины от него без ума. Ну как можно устоять перед россыпью бриллиантов по драгоценному металлу? Восхитительные серьги и кольцо из русского, красного или белого золота 585-й пробы с бриллиантом по центру. Бриллиант в центре вставлен в оправу из алмазной грани на белом золоте, которая выгодно усиливает сияние камня. А по основанию серег и по плечикам кольца дополнительно россыпь бриллиантов. 15 мм высота серег, вес 2,82 грамма, 30 бриллиантов в серьгах и 25 в кольце, 55 бриллиантов во всем гарнитуре. Джентльмены предпочитают блондинок, если верить всемирно известной комедии с несравненной Мэрилин Монро. Сейчас обращаюсь ко всем истинным джентльменам. Блондинки, в свою очередь, предпочитают бриллианты. Чувствуете взаимосвязь? На самом деле бриллианты – лучшие друзья всех девушек, выражаясь словами той же голливудской дивы. Так что, полагаю, намек понят. И для тех, кто понял, под видео есть ссылка на эти украшения. Да, еще один нюанс. Цена очень порадует и джентльменов, и дам.